Вадим Постильный. Привет, ребята. Я Вадим Постильный, снап-комик. Вы до этого могли видеть меня в Тиндере. Сижу там. Кто сидит, поаплодируйте, кто сидит там вообще? Три человека, да? Вчетвером там сидим, получается. Потом заходишь на маркет, смотришь, в России 100 миллионов скач. Это вот мы вчетвером накачали, если что, по 25 миллионов у каждого. У меня там друг сидит, ему девчонки вообще не отвечают, и он в техподдержку написал. Но ирония в том, что мы там тоже не ответили ничего. Там еще год статус есть, замануха чистой воды, дескать, купи и посмотри, кто тебя лайкнул. Я купил и смотрю, что никто. 600 рублей, спасибо, я-то и хотел узнать, что я лох какой-то. Я раньше хоть сомневался, что-то себя обманывал, сейчас у меня квитанция есть, могу предъявить. Мне нравится описание читать, там есть полные девушки, я против полных людей ничего не имею, я сам не супер стройный, но у них есть термин, знаете, я девушка приятной полноты. Мне всегда вам так нравится, приятная полнота, вот прям приятная. Мне всегда интересно, где эта грань, когда полнота перестает быть приятной. Когда такая девушка заходит домой, и парень говорит: «Анжела, ну это уже неприятно, ты боком, сука, вошла, Анжела». Зашел посмотреть, какие оценки у приложения. Видел, женщина поставила тройку, она написала, почему. Она говорит: нормальное приложение, я встретил там парня, вышел за него замуж, но он умер. Я думаю, да, на 5 не тянет эта ситуация, верните 600 рублей. Я не знаю, какую бы я оценку поставил, потому что разное бывает. Я однажды ходил на свидание с девчонкой туда, и она вообще не умеет целоваться. Я вам клюсь, она в моменте просто рот открыла такая. Но я монетку кинул ей туда, чтобы вернуться. Но в свиданиях... На свиданиях мне нравится вот этот момент. Знаете, этот момент на первом свидании, когда ты провожаешь девушку домой, и вы возле подъезда неделю стоите. Вы же в жестких аутистов в этот момент превращаетесь. Когда ты ее проводил, и такой: «О, это твой дом! Да, это мой... красивый». И ты уходишь, не знаешь, как поцеловать девушку, потом она говорит: «Да я подавала тебе знаки. Я кусала нижнюю губу, крутила волосы под мышкой там где-то». Я все думаю, иди в жопу, таки, возьми ракетницу. Ладно бы ты мою губу кусала, тогда, может, я догадался бы, и то не факт. И девчонкам не нравится, когда спрашивают, можно ли их поцеловать. Я согласен, это странно, потому что как это должно выглядеть? Типа: «Марина, можно тебя поцеловать?» Она такая: «Можно». И ты такой: «Ну все тогда. Завтра в 3 нахрен. Сосемся. Приходи одна». А знаете, парни, вот эту ситуацию, когда ты тянешься к девушке, она убирает голову, и ты остался висеть. Вот так вот висишь и обратно едешь такой, как дверь с доводчиком просто. Я недавно попал в такую ситуацию, вот так вот тянусь, она убирает голову и такой: «Да это я голубя показываю вообще! Не хотела тебя целовать». Да, знакомиться нужно, но на улице тяжело знакомиться. Сейчас я как-то пытался, к одной подошел, говорю: «Познакомимся». Она такая: «Я на улице не знакомлюсь». Я говорю: «Давай в метро спустимся, там познакомимся». В Инстаграме тоже тяжело, потому что я, когда пишу девчонкам в личку своим этим хитрым лицом, они такие: «О, сейчас член прилетит точно». И он точно прилетает. Но я вообще рад, потому что парни должны знакомиться первыми. Я это считаю, так нужно делать, потому что это последний у мужчин, что осталось знакомиться, потому что сейчас куча сильных женщин. Особенно в Москве, видели их тут, вот разговариваешь, у нее там 7 работ, она розетку меняет, йогой занимается, ты с ней общаешься, такая: «Сейчас, я бетон закажу, подожди». Я все думаю, я ей зачем? Что, я приду и скажу: «Привет, я Вадик». Ямочки на щеках, вот. Что кунилингус, люблю с детства. Настолько люблю, что вот у меня уши, как у борца, сломаны. Вот настолько. Я ни в коем случае не говорю, что борцы этим занимаются. Нет. Это чисто моя борьба.
Да, я не жалуюсь, мне нравится на свидания ходить, я хожу часто. Но дело в том, что я в разводе. У меня раньше была жена, сейчас нет жены, это изюминка развода. И то, что ты в разводе, это невозможно вскользь сказать на свидании. Ты можешь что угодно говорить, типа, я воевал во Вьетнаме, сидел в тюрьме, я героиновый наркоман, и я в разводе. Первое, что у тебя спросят, а что, развелся? Ты говоришь, я людей убивал, тебя не интересует этот факт. Он говорит, жалко людей, что с женой, сука? Да, женщины прямые, когда надо, но иногда так все витиевато. Видели, как девчонки комплименты просят? Обращали внимание? Типа, посмотри на мой маникюр. Посмотри. Посмотри на мой маникюр. Я все думаю, так это же не ты сделала. Ну что ты, цвет выбрала? Ну охренеем мы все теперь. У меня друг грызет ногти с детства сам. И он не ходит, глянь, почти френч сделал. Скромненько. Я к чему? Я, знаете, что хочу? Чтобы женщины не просили комплимент за нарощенные ресницы, волосы, ногти, чтобы они требовали комплимент за свою естественную красоту. Чтобы подходила такая, говорит, посмотри на меня. Ты такой красивый, она такая, вот так-то нахрен. Генетика, понял, сука? У меня и мать красивая, не то что ваша порода ублюдка вонючих. Знаю, надо что-то вообще с уверенностью своей делать точно, потому что мне 28 лет, и презервативы, мне кажется, уверенно покупать научился вчера. Но я сейчас жестко врываюсь в аптеку, я сейчас захожу, говорю, здрасте, презервативы на стол, я трахаться иду. Но это все ломается об вопросы аптекаря, когда он встреч начинает задавать, когда он такая, те какие? И такой, а? Кря! Она такая, ну смотри, есть тонкие, есть ребристые, есть фруктовые, есть длинные, те какие? Ты такой, мне на письку. Есть что-нибудь у вас? Я такой, ты что, лох дрочил? На, оскорбинки, иди нахер отсюда. Мне там все, спасибо большое, всем пока. Новое субботнее шоу. Шоу «Музыкальная интуиция». Есть звездные команды, которые весь вечер сегодня будут выяснять, кто из стоящих перед ними людей поет, а кто врет, что поет. Выглядишь как потрясающая певица. Она не поет. Поет, и она очень она уверена в себе. Пришло время узнать, как ты поешь. Новое шоу «Музыкальная интуиция».